4 марта белорусские правоохранители отметили свой профессиональный праздник. Стражи порядка нашего региона внесли весомый вклад в становление и развитие ведомства внутренних дел республики, в создание его положительного имиджа. Заслуги брестских оперативников и следователей, криминалистов и специалистов по борьбе с экономическими преступлениями, инспекторов ГАИ и транспортников неоднократно отмечались правительственными наградами, грамотами и дипломами областного и городского исполнительных комитетов. Очередная праздничная дата и еще один повод подчеркнуть, что наша мирная жизнь во многом зависит от их нелегкой службы. Брестская область является самым безопасным регионом Республики Беларусь, потому что в Брестской области на количество населения совершается меньше всего преступлений. Такая тенденция продолжается, сохраняется, поэтому мы всегда рады, ждем гостей в Брестскую область и всегда готовы обеспечить правопорядок на высоком уровне. Торжественная церемония награждения и вручения погон сотрудникам органов внутренних дел Брещины, получившим первые очередные специальные звания, прошла у монумента мужества мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». В день 107-й годовщины белорусской милиции почти 100 лучших из лучших стражей правопорядка из всех регионов Брещины, территориальных подразделений, аппарата управления внутренних дел получили медали за безупречную службу, досрочные специальные звания, специальные звания сверхпотолка, предусмотренного по должности, ведомственные нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности. День милиции – знаковое событие для каждого милиционера. Это профессиональный праздник. Отмечают каждое поколение милиционеров. Это праздник и для ветеранов, и для молодых сотрудников. Сегодня я награжден правами министра внутренних дел. Скажу так, это не лично моя заслуга, это заслуга всего коллектива, моих подчиненных, моих руководителей. Очень приятно получить награду в столь знаковом месте, как Брестская крепость. Очень приятно, особенно в таком знаковом месте, получать такую высокую награду. Это вообще очень значимый праздник для нашего государства, для нашей страны. Где мы, в свою очередь, слышим слова благодарности от всех граждан, от руководства. Хотелось бы сказать, выразить большую благодарность нашему руководству, что они видят наши заслуги. После торжественной части сотрудников правоохранительных органов ждал праздничный концерт. Ведь зачастую хранители нашей безопасности встречают праздники на посту. Однако День милиции – это хороший повод еще раз сказать слова благодарности и признательности за ту работу и службу, которую они несут 24/7. Юрий Лимонтович, Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, телекомпания «Бук-ТВ».